И сегодня появилась информация, что строительство вертолетной площадки в Барнаульском ленточном бору приостановлено. Как сообщил «Комсомольской правде» Барнаулу заместитель председателя краевого правительства Александр Лукьянов, поручение по этому поводу дал Виктор Томенко еще летом. Сейчас специалисты изучают возможные варианты для строительства вертолетной площадки в другом месте. Один из них – район Маховой Поляны. «Мы делаем все», – пояснил Лукьянов, – «чтобы и соблюсти потребности здравоохранения и сохранить лес». Напомним, для строительства вертолетной площадки в Нагорной части краевой столицы необходимо было вырубить 2 гектара леса. В связи с этим общественники и депутаты провели несколько пикетов и даже собирали подписи в защиту леса от вырубок.